Тыквенный Спас – славянский народный праздник, который издавна отмечают в России. Как в наше время относятся к этой традиции и встречают ли День тыквы жители нашего города? С давних пор плод является символом урожая, здоровья и долголетия. Тыква созревает к середине октября. Именно в это время на нее возникает особый спрос. Жители рассказали, как часто они едят эту бахчевую культуру и какие блюда готовят из нее. Стала готовить, сказали, что готовьте тыкву, полезно же. А раньше раздавала. Придут к соседям, соседям отдам. А сейчас, говорю, надо есть, вообще-то вкусно и полезно. Каши из тыквы делаем обязательно, обязательно. С пшеном, со всеми делами, с маслом вообще и в горшке. Это вообще вот такая вот пустота. И просто замечательно. А тыква у меня дома есть. Аж 3 штуки лежат в пакете. День тыквы – это праздник добра, радости и уюта. Некоторые жители не только готовят в эту дату блюда из нее, но и сохраняют традицию отмечать события в кругу семьи. Он мне нравится, потому что мы вот поедем сегодня или завтра к бабушке, и там мы его будем праздновать. Там все родные наши. Тыква – плод, богатый клетчаткой, калием и витамином С. Эти компоненты особенно необходимо поддерживать в организме в осенний период. Употребляя блюда из тыквы, видновчане совмещают приятное с полезным. Инга Янчук, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.